Наряды бренда Тизетта покорили подиумы и сердца в Белоруссии. Там с 30 марта по 1 апреля на стадионе «Динамо» в Минске впервые проходил фестиваль легкой промышленности «Свято льну, родное, модное». На масштабном мероприятии был представлен и бренд Тизетта компании «Торжокский золотошвей». Эта уникальная продукция сочетает в себе экологичность, качество и изящество. В этой одежде сочетаются силы традиций и золотного шитья. Брендовую одежду торговой марки «Тизетта» изготавливают из белорусского аршанского льна и украшают вышивкой в золотной технике торжокских золотошвей. Аршанский льнокомбинат и торжокские золотошвей – многолетние партнеры. Такая продукция пользуется спросом у самых взыскательных модниц. Такие наряды отличают качество, комфорт и выверенный стиль. Уже стало правилом, что «Тизетта» производит фурор на различных модных показах и конкурсах. На фестивале «Свято льну, родное, модное» на крупнейшей в Белоруссии площадке были представлены стильные, женственные и яркие наряды весенне-летней коллекции. На показе было очевидно, что льняная одежда может выглядеть современно и модно. Кроме того, в рамках союзного государства, созданного Россией и Белоруссией, это еще укрепляет связи между народами. Такую одежду можно смело назвать антисанкционной, которая вновь доказывает, что братские страны легко преодолевают любое давление со стороны коллективного Запада и будут идти своим путем. Наряды торжокских золотошвей из ткани аршанского льнокомбината уже много раз представляли на различных конкурсах и выставках, где они занимали первые места. К примеру, в рамках Всероссийской патриотической культурной экспедиции «Традиции духа» торжокские золотошвеи показали коллекцию своей одежды из белорусского льна бренда «Тизетта» на Красной площади. Современную льняную одежду в Тверской области можно посмотреть и приобрести по адресам: город Торжок, Калининское шоссе 12 и улица Дзержинского, 73. В Твери в торговом доме «Русь» на улице Вакжанова, 10. Есть фирменные магазины и в южных городах нашей страны. В Сочи, на Приморской набережной, в поселке Лазаревской, а также в городах Геленджик и Анапа. Больше информации можно получить на сайте бренда «Торжокские золотошвеи».